Всем привет, с вами снова Декор Прайс. Такой у нас коридор сегодня в работе. Будем делать антику или марсельский воск. Есть, конечно, один нюанс. Такие вот стены у нас. Посмотрим, насколько ей удастся антики это все украсить. Сказали делать, значит будем делать. Начнем с зонта глубокой пропитки, акриловой, женель ванночку. Набираем. Загунтовываем. Загунтуем хорошо. Стены мультиком сделаны. Сюда бюджетная подготовка. Берем все загрунтовываем. Грунтовка глубокой пропитки уже высохла. Вот наши стены с четкой подготовкой. Начнем грунтовать кварцем. Будем использовать конкурс. Накатывать валиком будем. Закатываем, создавая небольшой шарик, сильно не раскатываем. Вот так вот. Такой шарик вставляем. Еще. Еще раз раскатываем. Шагрень оставляем для плетения. Все, так вот накапливаем и все. Будем наносить самоцель. Ну что, кварц высохнул. Вот. Приступили к нанесению. Вот уже начал. Нанесено. Так, все по классике. Небольшой слой. Накидываем венделя. Берем еще немножко. Вензеля. Ну что, так все наносим, потом заглаживаем. После небольшого подсыхания он, как обычно, начал влагу уходить. Вот она на краях видно.
Снова сама подсохла. Начинаем подуплотнять глубокой. Уплотняем так. Следующим этапом будет кельма. Прошло минут 15. Начинаем заглаживать уже с давлением. Ну что, высохла антика? Уже приступили. Вот такая красота. Воск, цвет Е513. Резинка смазывается. Начнем. Накидываем воск в небольшой участок. Погнали. Вот так. Едем дальше.